Итак, забрались мы наверх, чтобы посмотреть на древнеперсидский город Персеполь, который основал Дарий, персидский царь Дарий I. Царь царей, царь всех стран. Да. Но в 330 веке до нашей эры Александр Македонский молниеносным ударом с гор начал рушить этот прекрасный древнеперсидский город. Сейчас вы можете наблюдать вход из 4 колонн под названием там, где мы снимали всех стран. Также вы можете видеть, как жили древние персы, в каких маленьких домиках. Александр от нас уходит. Сейчас я вернуться. Покажу горы, с которых македонский Александр молниеносно обрушился на город внезапно, и застав врасплох. Таис Афинская сказала за то, что разрушили во время греко-персидской войны Акрополь, она сказала: сжечь этот дворец дотла. Весь город сгорел. Весь город погиб из-за какой-то Таис Афинской.